здравствуйте. Здравствуйте. Вы пьяны? Нет, вы? Да. Да, вы пьяны. Оставайтесь, сотрудники сейчас подъезжают. Будьте здесь на месте. Оставайтесь за рулем. Не-не-не, мужчина, стойте, хватит двигаться. В общем, мы упустили водителя признаками опьянения, сильно выраженными. Вот его автомобиль. Я тебе все узнаю, мне интересно, кто ты вообще есть. Что, мы идем к этому Чупрасову на Outlander, который от нас скрылся. Проверим, работает ли он здесь на Матроса 191. Маслами торгует или как? Здравствуйте, подскажите, Чупрасов Александр работает здесь? Да, заходите в следующий бокс. Ага. Вот, вот рядышком, который да. Бокс. А чем он занимается? Он управляющий. А, понял, спасибо. Ну, как вы слышали, он управляющий в этом заведении. Сейчас пойдем. Не-не. Здравствуйте, подскажите, к Александру Александровичу как попасть? Вот, за кукольным аппаратом налево дверь. А, сразу налево. Понял, спасибо. Здравствуйте. Александр Александрович, можно увидеть? Я. Здравствуйте. Мы с вами случайно не встречались? Не знаю. Outlander, да. Ваш же Mitsubishi, угу. 252, правильно? Да. Значит, встречались точно, смотрю, лицо знакомое. Не помните, при каких обстоятельствах? Вы снимаете видео? Не, вообще, как бы мы занимаемся общественной деятельностью. А это вот ваш, да, это самый? Ловим пьяных водителей. Да. Ролик. Помните, да? Да. Помню ситуацию. Что же вы тогда уехали? Плохо было. Плохо вам было, да? Со здоровьем? Это сейчас так называется, да? Почему так называется? Да? Не, ну мы прекрасно друг друга понимаем, что на самом деле было. Насколько плохо вам со здоровьем было. Мы бы так бы просто не обратили бы на вас внимания. А потому что у вас было поведение на дороге, ну, не соответствующее, так скажем, ну, водителю. Ну, просто веселое настроение было. Веселое настроение. Ну, мы друг друга понимаем, о чем мы говорим. И есть такая информация, что вы бывший автоинспектор. Ну, не знаю, какая информация, ну, есть такая, да. Ну, то есть, это подтверждаете эту информацию? Ну, да, почему нет? Я помню, не, просто как бы. Ну, как говорится, не пойман, не вор, но я надеюсь, что при такой ситуации у нас больше не возникнет никаких встреч. Таких ситуаций, точнее, не возникнет. Да я вообще не знаю. Когда вам будет плохо, с признаками опьянения, я вот о чем говорю. Да нет, ну, так визуально тяжело определять. Ну, я согласен, вы понимаете, о чем. Мы, главное, друг друга, чтобы поняли, чтобы у нас просто не возникло подобной, ну, такой, думаю, ситуации. Раз что-то не получилось у нас, ну, не стоило бы плевать на машину, не знаю, что там, вербит какой-то. Плюнули на машину? Ну, или яйцо разбили, как вот на лоповом. Ну, вы, наверное, путаете, мы таким вещам не занимаемся. Ну, зачем нам такие вещи делать? Ну, у вас даже там нарисован вербит какой-то там в ролике. Нет, а вы имеете в виду, что мы вставили какую-то вставку? Не вставку, на лобовом было. На лобовом был плевок? Да, ну, или я подумал, яйцо даже разбили. Ну, мы не пасем с собой, ну, яйца говорите, не носим. Не пойман, не вор. Да, не-не-не, в этом плане у меня совесть чиста, как бы там нет. Я не знаю, что там у вас, ну, это ладно. Самое главное, мне хотелось бы, чтобы вот таких ситуаций у нас не возникло. Вы же знаете, и я понимаю, и вы понимаете, что за состояние, в связи с чем, какое оно было. Его доказать и установить невозможно. Вы все это прекрасно понимаете. Просто вы я вот о чем. Да? Сейчас да. Ну, вот, да. Ну, к счастью, законом... Вот вы едете, вы выводите на разговор, а сами пишете. Ну, о чем, ну, это, да, говорит? О вашей культурности, о вообще не даже. Это никак не говорит я о моей культуре. Я вас не приглашал, а вы приходите даже, на такие вещи говорите. Что... Это не говорит о моей культуре. Ну, а разверните телефон. Ну, давайте вот так туда поверну. Вы не хотите, как бы, чтобы вы светились. Ну, так сложилось, что мы с вами познакомились вынужденно.
И, к сожалению, мы не смогли довести дело до конца. Ну, мы возвращались. Я напишу про ситуацию. Мы возвращались с рейда. А, так получилось, что вас обнаружили. Было бы у нас две машины, вы бы оттуда бы не выехали. Соответственно, сотрудников мы бы дождались бы. И ваше состояние было бы установлено, то, которое я подозреваю. Ну, это вы подозреваете. Да, я подозреваю, поэтому утверждать не могу. Угодно. Я всего лишь подозреваю. Как... Это время было позднее. Естественно, весь день работали где-то. Ну, может быть, чуть устали, может быть. Компания веселилась. А да. Что вы скажете, когда компания, ваши же, так скажем, друзья сказали, что вы все-таки употребляли алкогольные напитки? Ну, вы сами понимаете, когда он вам говорит, потом я, конечно, он говорит, я имел в виду, правда, другого человека, который в машине был, но на него показывали. Не, мы говорили конкретно о вас, он конкретно о вас и сказал. Да это идиотизм был вообще. Ну, я понял, нечаянно друг сказал не то. Ну, как он может сказать, что он только сейчас, если мы только ехали всю дорогу, как я что, из-за руля, не выходя, что ли? Ладно, мы, главное, мы друг друга понимаем. Я надеюсь, что просто у нас такой встречи больше не состоится. Поэтому по такому почему поводу. У нас состоится, нет, другой не состоится. Ну, возможно, может быть. Хорошая компания. Вот, может быть. Где-то есть общие друзья. Возможно. Но сам факт того, что я именно имею в виду по, с признаками, я вот за рулем. Я что говорю, какие призраки? Во время там 3 часа утра там нормальный человек может другого. Да если, как вы говорите, были признаки, какой я бы не поехал, во-первых, бы, да и вы бы меня, наверное, поймали. Я на место возьму. Ага. Ладно. Как вас зовут? Меня Вадим зовут. Меня Александр. Я знаю, легендарная личность в Воронеже. Ну, не надо преувеличивать, почему? Я просто ну, человек. Говорят, я не раз даже портал не видел ваш, вот, благодаря вам узнал, что такое есть в Воронеже. Правильно, ну, у вас работа, занимаетесь всем нужным, но в той ситуации, не знаю, там больше было испуга, чем от кого-то что-то прятаться. Поэтому, а то, что там мои гости говорили, там пассажиры, там, ну, надо их спросить. Я понимаю. Как бы сейчас удобно такую позицию как бы выбрать. И я вас понимаю, вы защищаетесь как можете, вы говорите с своей стороны то, что вы считаете нужным. Мне даже не в чем оправдываться. А вы нет, это нормально. Нет, просто, понимаете, я же не как бы ни глаз, ни нюх. Продолжение будет. Ни глаз, ни нюх обмануть нельзя. Поэтому я не могу утверждать, я могу говорить только лишь о признаках. Для продолжения это все, да, делается? Да, конечно. Я его нашел, я ему грозил. Нет, так дело, это известный факт. Это известный факт о том, что... Да, да, да. Я займу буквально... Я понял. Все, я прошу прощения. Извиняемся. Хорошо, спасибо, до свидания. Так что, ну, я вас понимаю. Пишется. Из чего? Ну, так скажем, для безопасности. Ну, и... у вас уже получается, вы понимаете, половина... Вы же комментарии читали ваши, там, да, читали? Ну, да. Вы там 50 на 50 разделено. Это нормально. Это нормально, да? Да, наверное, нормально. Просто делая хорошее дело, вот вы лично, наверное, да? Но вы же, как называется, пиарите себя. Пиарите по большому счету, потому что вы рекламируете свою фирму юридическую. Для того, чтобы люди обращались... Она не так давно родилась. Моя деятельность уже, общественная деятельность, занимаюсь 5 лет. Слышала, да, я, соответственно, вас, ну, я думаю, имею полное машины, право вам. На своем канале публиковать ну, ту информацию, хайп, тем более... Это ваш канал, вот. И говорить о том, что я ловлю на этом хайп, я так скажу... Ловят хайп совсем по-другому. Только это нет, не та ситуация, это чтобы... Честно, если вы делаете свою фирму, делайте ее честно. Но вы же... Так мы делаем честно, я где-то что-то нечестно поступил. Ну вы же рекламируете. Вот так эти, я же могу, имею полное право. Получается, все эти ролики идут для того, чтобы ваша фирма просто процветала и дальше. Нет, шла, это независимо. Вот видите, нет, независимо. Вот видите, какой хороший. Вот видите, я борюсь со злом, да, как бы. Я так не говорю. Нет, ну вы же ловите пьяных. Ну это плохо? Да. Это хорошо. Да. А и тут где тут вы... хайп и где ну, тут сначала ну, как-то вы начали с ролик, что ли, не знаю, а потом же, ну сначала вы говорите про фирму. Но есть же порядок определенный, как... Нет, вы имеете в виду, я мог бы разместить свою рекламу в конце ролика, либо вы в начале, знаете, я не пойму. Вот, ну, может быть, я скажу вам как бы рекламу. Вы как это самый ведущий на первом канале, как Малаха, но сейчас на втором, правда. Понимаете, вот раскручивая свои истории, берут людей и под это рекламу, и все, конечно, идут ажиотажные просмотры. И тут и ну вот можно было бы так говорить, знаете, когда? Если бы я бы в самом начале начал бы заниматься юридической компанией и общественной деятельностью. Ну, я... Моя общественная деятельность породила как раз юридическую компанию. И так получается, что у меня есть ресурсы и у вас ну, возможность. Вы же потом, почему кого я не имею права? Вы им помогаете же? Нет.
Вот в этом заблуждение глубокое. Но уже оформлять могут и незаконно, вы же сами понимаете, разные случаи есть. Вот как раз в тех случаях, когда происходят противоправные действия, даже гражданина... Когда не оформляете, а вот сотрудники оформили. Мы вообще никого, не оформляем никого. Нет, да, не права, мы не имеем права никакого. Соответственно, сотрудники оформили. Тех, кого мы ловим, мы никаким образом, да неважно, ко мне кривой придет защищаться. Я скажу, ты был пьяный, сам со своими проблемами разбирайся. А ситуации по этим же статьям, когда человека значит, подводят к тому, чтобы он подписал материал, допустим, отказ. У нас очень сотрудники любят подбить под отказ человека. Очень неграмотностью пользуются. Вот в таких случаях мы помогаем. Когда человек трезвый, когда могут, ну так получилось юридически, что он... же могут продуть и дать, и, извините, и кулечек не такой. Это редкость. Давай всем. Угу. Все, иду. Такие ситуации, я понимаю, вам нужно идти, да. Это редкость, и у нас в Воронеже, к счастью, очень мало таких ситуаций. Давай, но мы вот в этом... Вот ваши гонки, к чему вот вы неправильно делаете. Допустим, какой-то другой человек потихонечку до дома доехал, а в такой суматохе он больше может бедно творить, чем вы бы поймали бы его, понимаете? Я отчасти с вами согласен. И это вот, с другой стороны, это провокация со стороны, то есть вы даже, ну, снимаете, подходите, но вы не как бы... Ну, гражданский долг, не знаю, там в эти ключи. Ну, нет, вообще я больше того скажу. Да. Мы имеем право даже задержать на основании 2.7, если не ошибаюсь, крайняя необходимость. Есть в административном кодексе, есть в уголовной 39-я статья. Значит, о том, что гласит при, значит, крайней необходимости, это когда подвергаются, значит, граждане общественной опасности. Вы же не можете определить ни степень. Так мы из-за этого не применяем такие силы, физические силы, там, скажем так, забрать ключи, вытащить из машины. Вот могут быть плачевные. Вот если же мы сделаем именно так, как вот, допустим, я говорю, если реально есть человек вообще вот валяется, мы такого человека вытащим из машины, заберем. А вас что встревожило, что от вас как бы машина уехала, потому что вы прям аж... Как бы я найду, мы вообще да вас узнаю. Ехали от памятника славы, ехали и увидели, как вы двигаетесь. Реально было, да, очень, очень было, ну, понятно, что нет. Тут, была, вы тут видели, нет. Там люди пели песни, ну почему? Просто ну, по вашему состоянию, когда со стороны, почему мы привлекли время? Не только поведение, но и когда за рулем вы сидели, мы проезжали, мы же вам с вами некоторое время поравнялись. Да, поэтому обратили внимание. Друзья, я, честно говоря, вас не видел, друзья. А вот в конце, ну, уже же, вы обнаружили. Музыку, там где-то что-то им нажимал, что рулем. Да не, ну на... Это, нет, я-то убежден в том, что в каком состоянии вы были и с какими признаками. Доказать я этого не могу, мне это не нужно. Знаете что? Самое главное, что вы на будущее... Не знаю человека, я понимаю. Вы никогда не определите, пьян он или трез, потому что он... Ну, я 5 лет этой деятельностью занимаю, поверьте, уже вижу, какие там, я понимаю. Занимался этим. И тем более вы знаете, как уйти от ответственности и все остальное. Но даже дело не в этом. Знаете, что самое главное в этом во всем? Что у меня есть подозрение, что вы все-таки... Второй раз в таком плохом состоянии не сядете, когда вам плохо. Но вот у меня есть подозрение, что вы не позволите, знаете, себе. Просто дело не в этом. Допустим, когда, говорю, 2-3 часа утра, угу. Просто так уже не поспал, уже нехорошо. Уже тяжело. Ну, вы в таком состоянии, надеюсь, больше не сядете. В таком же состоянии нельзя садиться за руль. Да, утомленным нельзя. В утомленном состоянии нельзя. Это вот очень плохо так садиться. Я надеюсь, вы себе больше этого не позволите. Конечно, конечно. Вот для этого я и приехал сюда. Я не стал приглашать сюда коллектив, там, людей, как зевак, зрителей. Хотя мы могли бы здесь шоу устроить. Я решил просто сам приехать, как бы, да, пообщаться. Ну, было бы шоу. Ну, было бы, но вы поймите, как бы у меня задача не попиариться. Можно из этой ситуации даже здесь устроить шикарный пиар. Даже не то, что вот вы сейчас скажете, там сейчас ролик выйдет. Он выйдет, понятное дело, продолжение. Но сам факт того, что как это можно было сделать. И поверьте, у меня фантазия хорошо работает. Ну, надо думать, вы если этим занимаетесь. Да, но я делаю не ради пиара, а ради того, чтобы вот в данной ситуации, чтобы мы поняли друг друга... И больше у нас не повторилось вот подобной ситуации, так скажем. Понимаете, я вам должен сказать, обещаю за того, что чего и не было, да? Я говорю, вы говорите в состоянии, в котором вы утомленном. Вот вы его так назвали. Болезненное состояние. Может быть, опять это решили вы, допустим. Вы сказали болезненно утомленное. Я сказал, что имеются признаки опьянения. Я об этом говорил. Я говорю, просто в это время, там, 2-3 час ночи, нормально. Возможно, вы лекарства даже принимали, из-за этого запах алкоголя был. Может быть же такое? Запах алкоголя, как вы определяете? Вы даже к машине подошли на место. Открыли, не-не-не, мы же прямо открыли. Вы вот. Я даже выходил. Не, ну ладно, но я почувствовал. Я за себя говорю, я не пью, не курю. Вы видели же, сколько людей. Я понимаю, могло быть из автомобиля, но когда
вы сидели, понимаете? Да мы с вами даже не общались. Ладно. Ну как, вы могли учуять? Я не понимаю. Вы сказали там плохое слово, мы его запипикали автоматной очереди. Стрельба и у вас, блин, тоже слова нехорошие тоже. Ну да, мы его просто... Ладно, я больше вас не беспокою. В общем, самое главное, мы друг друга услышали. У вас сейчас будет разоблачающий ролик. Почему разоблачающий? Не знаю, на наш... Он не разоблачающий, он записан наше общение. Здесь ничего противозаконного нет. Все достойно. Вы можете повырезать, у вас даже там хронометраж не в том фильме. Там сначала где-то посреди фильма выбежали, да, к машине, к своей. Ну, возвращался. А был это в начале, по идее, да? Просто как-то вот местами понятно. Нет. Вы подошли. Я к вам подошли. Потом вы поехали по кругу. Я по кругу побежал за вами, как раз мой товарищ. А этот момент оказался почему-то в середине фильма. Не может быть такого. Вот смотрите, значит, товарищ побежал за вами, а я поехал, так как мне преградили ваш товарищ. Да, не я. Вот он бежал в начале фильма. В смысле, а в вашем фильме он в середине фильма бежит. Он в конце, почему? Нет, там же все по очередности, не может такого. Не может быть такого. Нет. Ну ладно, я просто говорю, я просто знаю. Можно что угодно. Нет, да я могу, вот прям вот есть 14 минут здесь. Вот 14 минут мы, ну, у тебя 15 минут пошла. 15 минут выложу и вообще ничего не вырезаю, как бы спокойно все. Ну, вы хотите у меня разрешение спросить? Мне оно не требуется. Ну, вообще могу? Давайте я, ладно, вас прошу. Вы разрешаете на публикацию сюжета? Я бы сначала посмотрел бы, послушал. Ну, вы, ну, вот смотрите, вот здесь 15 минут, ничего не вырезая. Вы знаете, что вы говорили, я знаю, что я говорил. Как бы не против друг друга, но мы здесь ничего против себя не наговорили. И не могли наговорить, так скажем. Ну, вот, соответственно, здесь никому ничего скрывать. Вы свою позицию донесли, я свою позицию донес. Аудитория увидит непосредственно вашу позицию. Смерть по возрасте, бояться мне нет желания. Все, соответственно, ничего, и каждый сделает свои выводы. Ну, просто я не медийная личность, чтобы там, понимаю. По телевизору на меня, там, по телефону на меня. Я понимаю. Я бы не хотел. Я поэтому как бы... этого не хотел бы. Вы бы этого не хотели бы, я понимаю. Я бы тоже, может быть, чего-то не хотел бы. Если хотите там ограничить двумя-тремя фразами, да, мы нашли, вот он есть, да, ну, как бы, вам же надо себя, это самое... Нет, мы как бы... Доказать, смотрите, мне хотелось бы всесторонне. Мы всесторонне. Вот смотрите, вы бы хотели бы, чтобы вашу позицию услышали? Нет, в принципе, я никому не хотели бы. А вот мне хотелось бы показать и вашу позицию, и то, как мы вообще с вами пообщались. Что вы, да, вы абсолютно адекватно себя ведете, все, здравый человек. Ну, вот такая сложилась ситуация. Я сейчас подойду. Ну, давайте, вас все равно не остановите. Ну, я, если что там дальше будет, я, конечно, против всего этого. Потому что, ну, если есть желание, я мог бы там подъехать посмотреть бы. Да, в принципе, вы как бы посмотрите это уже, как говорится, живу. А как узнали о нас? От кого вообще, что видео увидели? Ну, друзья посмотрели, позвонили. Не служат, которые нет? Ну, как вы думаете, если мы в одном городе живем, конечно, ну, очень много знают тех, кто служит. Я думаю. Ну, в любом случае, я вам пожму руку, как бы там ни было. И очень надеюсь, что таких ситуаций не будет. Потому что я так скажу, вот я категорически сильно не люблю пьяных водителей. Я скажу так, скоро, мне кажется, дойдет до того у людей, что люди будут вершить просто самосуд на дороге. Потому что сотрудники полиции либо не успевают, либо бездействуют. Ну что, друзья, вот и пообщались. В общем, выводы делать вам, как говорится, пишите комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну и, в общем, как всегда, подписывайтесь на наш канал, там внизу там есть подписаться и колокольчик. Ставьте пальцы вверх. Всем пока. Мы оказываем квалифицированную юридическую и экспертную помощь при ДТП. Перечень нашей деятельности входит споры со страховыми компаниями по взысканию ущерба по ОСАГО и КАСКО, возмещение вреда здоровью и морального вреда, сопровождение в страховых компаниях до полного получения страховой выплаты. Кроме того, наши эксперты производят следующие виды экспертиз. Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости. Экспертиза некачественного проведенного ремонта в отношении транспортного средства. Транспортно-трассологическое исследование и автотехническая экспертиза. Также мы оказываем юридическую помощь в следующих случаях. Уголовные дела при ДТП, административные дела при ДТП, и при лишении права управления транспортным средством. Друзья, теперь вы знаете, к кому можно обратиться за юридической помощью.
Так что воспользуйтесь своим правом на защиту. Взятки на дорогах, беспределы, нарушение правил. Мы до вас доберемся, все как нужно исправим. Кулак народа бьет по тем, кто нарушает закон. Дамоклов меч, ваш колокольный звон. Время ответить за должностное преступление. Ты думал, что тебя спасет звание или положение? Вот ты министр МВД или офицер ГАИ. Если живешь не по закону, то YouTube смотри. Раскроем лица под масками, шапками и касками. Опишем все подробности правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, станированным стеклом и перегаром непомерным. Не с той стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на страже города с громким именем. Воронеж будет чистый, это...